Friends. Всем привет! Кто давно подписан на мой канал, думаю, помнит видео о сборке самодельного электролонгборда. Многим, и мне в том числе, тема электротранспорта очень понравилась. Еще с того времени у меня было большое желание попробовать собрать электросамокат. И вот, спустя 4 года я решил этим заняться. Кстати, кому интересно, перейти к плейлисту, посвященному сборке электролонгборда, можно по подсказке в углу экрана. С недавнего времени подключил на канале функцию «Супер спасибо». Теперь желающие поддержать канал финансово смогут это сделать. Все средства от вашей поддержки в первую очередь пойдут на развитие канала и новые крутые видео, снятые для вас. Большое спасибо всем, кто откликнется. В качестве силового агрегата лонгборда я использовал мощный авиамодельный двигатель на 1800 Вт, но в этот раз я решил пойти по другому пути. Неоднократно видел, как на базе колес гироскутера собирают электросамокаты, вот и мне стало очень интересно узнать, на что они реально способны. Недолго думая, отправился на интернет-барахолку, где и был куплен старый, но рабочий гироскутер, за него я отдал примерно $40. Вдоволь на нем накатавшись и поняв, что как вещь это бесполезная хрень, приступил к его разборке. По сути дела, из всего этого обилия деталей использовать я буду только мотор колеса. Даже аккумулятор ввиду своей слабости в дело не пойдет. Начать постройку самоката я решил с колес. Гироскутер я выбирал с колесами диаметром 10 дюймов или 250 мм. Заранее под эти колеса на AliExpress я заказал тормозные диски диаметром 140 мм. Ссылки на них, а также другие комплектующие для сборки самоката оставлю в описании. Прежде чем разбирать колесо, не забываем спустить воздух, чтобы камера не выстрелила, как в моем случае. Снимаю размеры и делаю проставку для крепления тормозного диска. Очень понравилось, как данные пластинки работают по цветным металлам. Кому нужно, ссылку на них оставлю. Точить переходник буду из заготовок, отлитых с помощью самодельного горна. Не самая качественная отливка, но для этих задач пойдет. Для точной посадки тормозного диска делаю центрирующий поясок. Наношу разметку и сверлю крепежные отверстия. Используя проставку в качестве шаблона, сверлю отверстие диаметром 3,2 мм в колесном диске.
Отверстия в диске рассверливают до 4 мм под винты М4. В отверстиях для крепления тормозного диска нарезаю резьбу М5. В отверстиях для крепления самой проставки нарезаю резьбу М4. Кому нужно, ссылку на классный набор спиральных метчиков и адаптер для их установки в шуруповерт дам в описании. Тут очень важно использовать винты с низкими головками, чтобы они не достали до обмоток статора и не повредили их. Изначально мотор колеса гироскутера имеет консольное крепление, говоря простыми словами, имеет выход оси только с одной стороны. Лично мне такое исполнение доверия не внушает. Наращивать ось с противоположной стороны буду с использованием высокопрочного болта М10. Чтобы не повредить, обмотки тщательно укрыл малярной лентой. Засверливаюсь в ось на глубину примерно 30 мм и делаю фаску. Болт проточил так, чтобы в дальнейшем он плотно зашел в проделанное в оси отверстие. Наживляю вставку с помощью молотка, а после запрессовываю с помощью самодельных тисков. Чтобы не перебить провода, с торца подложил пару рожковых ключей. Натяг получился настолько дикий, что болт в ось зашел с большим трудом. Произвожу сборку модернизированного колеса. Вилку взял от старого Ашан байка. По ширине она не подходила, пришлось ее разрезать, чтобы в дальнейшем расширить. Ноги вилки подрезают до необходимой длины. Дропаут изготовил из стальной полосы толщиной 4 мм. Из кусочка металла толщиной 14 мм делаю крепление для другого конца оси. Делаю отверстие и нарезаю резьбу М8. Отверстие в прижиме обрабатываю циковкой, купленной на Али. Углубление под ось можно сделать с помощью напильника или бормашины с рашпильными фрезами. Вот какое крепление у меня получилось. Фиксирую хомут на оси и выставляю ноги вилки.
Расширение вилки сделаю с помощью вставок профильной трубы 30 на 20. Все мощно провариваю, а после зачищаю сварочные швы. Торчащий кусок оси необходимо удалить. Делать это необходимо с ювелирной точностью, чтобы ни в коем случае не повредить питающие провода. Ось подрезаю болгаркой на минимальных оборотах, а после отламываю. Острые края очень аккуратно дорабатываю бормашиной. В дропауте делаю канавку под провод. Из стального квадрата делаю стойки для крепления тормозного калипера. Тормоза выбрал механические, с приводом от тросика, только потому, что они уже у меня были. Ну а по-хорошему выбирать, конечно, лучше гидравлику, с ней хлопот куда меньше. Тормоз тщательно выставляю и привариваю. Передняя вилка готова. Заднюю вилку буду делать из профильной трубы 30 на 20 с толщиной стенки 2 мм. Задние дропауты будут сделаны по аналогии с передними. В профиле сверлю отверстие под провода мотора. Привариваю стойки крепления тормоза. Все острые углы скругляю. Рулевые чашки также решил взять от велосипеда. В трубе протачиваю посадки под их установку. Боковины корпуса решил сделать из металла толщиной 2,5 мм, что, честно говоря, перебор. Днище из металла толщиной 1,2 мм. Чтобы короб не повело, варил в разнобой точками.
Чтобы при сварке размеры короба не ушли, приварил временные перемычки. Привариваю заднюю вилку. Из металла толщиной 2,5 мм вывариваю переднюю часть. Чтобы правильно выставить рулевую, из бруска сделал шаблон. Определившись с углом и размерами, вырезаю эту деталь из профильной трубы 40 на 40. Радиусную подгонку делаю бормашиной и фрезами из карбида вольфрама. Ступенчатым сверлом делаю отверстия под провода. Контролировать и выставлять угол рулевой колонки очень удобно с помощью электронного угломера. Для укорачивания штока вилки пришлось пойти на такие фокусы. Нужно было сохранить резьбовую часть, так как она участвует в выставлении натяга подшипников рулевой. Шарнир механизма складывания рулевой колонки решил сделать из стальных пластин толщиной 6 мм и 3 втулок. Забегая наперед, хочу сказать, такая конструкция оказалась недостаточно мощной для тех нагрузок, которые испытывает данный узел. Ширина петли в моем случае 40 мм, что, как я считаю, маловато. Делаю отверстие под страховочный болт. Отверстие цикую. Далее в ход пошла штатная трубка рулевой от Ашан Байка. Внутренний голос мне подсказывал, что для получения надежного узла всю рулевую колонку нужно разработать и изготовить самостоятельно с нуля, а не модернизировать детали от говнобайка, потому как любая вещь, имеющая в своем составе детали от Ашан Байка, априори работать нормально, а тем более долго не может. Рулевая колонка была сварена из того, что нашлось в гараже, а именно внутренняя трубка из автомобильного амортизатора и кусок рулевой трубы от детского самоката. Обычные водопроводные трубы я использовать не стал по причине толстой стенки и огромного веса. Эксцентрик для фиксации петли сделал самодельный, по аналогии тех эксцентриков, что используются на велосипедах. Торчащие углы срезаю.
Механизм складывания рулевой готов. Под вынос руля выточил переходную втулку нужного диаметра. Запрессовал ее в рулевую трубу и зафиксировал сваркой через ранее проделанные отверстия. Вынос был разрезан, укорочен и сварен обратно. Возможно, в дальнейшем его я заменю на самодельный, изготовленный полностью с нуля и отлитый из алюминия. Но это будет уже совсем другая история. Когда рама самоката выставлена на прихватке, а ее геометрия проверена, приступая к обвариванию. В задней стенке заранее делаю отверстие под трос, потому как потом это будет здесь затруднительно. Опять же варю и шлифую, шлифую и варю. Брызговики были сделаны из велосипедных. Для уменьшения радиуса их я надрезал по краю с шагом в 1.5 см. Согнул под более крутым углом, а после проварил. Крепление брызговика сделал из стального прутка и пластин. Также с обеих сторон были приварены проушины с резьбой. На удивление, такое крепление получилось достаточно жестким. Крышку деки сделаю из металла толщиной 1,2 мм. Для увеличения жесткости приварю к ней ребра. Чтобы избежать смещения во время сверления, фиксирую ее на пару точек. Нарезать резьбу буду с помощью шуруповерта и классных метчиков с добавлением кобальта. Для примерки накидываю руль. Его я, кстати, купил новый, алюминиевый. Тормозные рычаги и всякие мелочи также заказывал на Али. Ссылки на все это добро для сборки самоката оставлю в описании. Определяю с расположением отверстий под тросики и провода. Подножку сделаю из длинного болта М10. Из металла сделал проушину и приварил к ней зацеп для пружины. Аналогичный зацеп приварил к ножке. Пружина была подобрана от старой настольной лампы. Готовую подножку я решил переварить не по центру деки, как сделано на многих самокатах, а на перо задней вилки. Как оказалось, в устойчивости такой вариант ничем не уступает центральному расположению, а вот в удобстве использования даже превосходит. Ну а теперь самое время поговорить об электронной части, но делать это будем в следующем видео. Для удобства монтажа, видео я решил разделить на две части. В следующей серии будет сборка электрики, много полезной технической информации для желающих повторить данный проект, финальная сборка, тесты и косяки данного самоката. На этом данное видео я буду заканчивать. Для желающих повторить, ссылки на все используемые компоненты будут в описании. Кому данный проект интересен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну а пока я с вами ненадолго прощаюсь.